зачислить в состав военно-морского флота большой гидрографический катер «Александр Макорта» проекта 19920. Катер «Александр Макорта» назван в память об известном гидрографе, который в конце 80-х, начале 90-х годов прошлого века возглавлял гидрографическую службу Северного флота. Под руководством Александра Макорты проводились исследования внешней границы континентального шельфа. Гидрографический катер, названный его именем, построили в Нижегородской области. 31 мая 2018 года он был заложен, а в июле 2020 спущен на воду. Судно уникально тем, что на нем установлен многолучевой эхолот, позволяющий выполнять комплекс гидрографических работ по промеру, а также по исследованию дна моря. Автономность судна до 10 суток, дальность хода до 1000 морских миль. Катер сможет доставлять зимовочный запас в отдаленные подразделения флота, маяки и радиотехнические посты. Основная зона работы судна «Александр Макорта» – Кольский залив. Ближайшие гидрографические работы у морского новобранца Северного флота запланированы на январь будущего года. Анастасия Степанова, ТВ-21+.